Контейнер системы холодильник. Объем контейнера 1 литр 200 мл. Размеры контейнера. Высота 11,5 см. Ширина 11 см. Длина 15 см. Контейнер прозрачный. Видно, что находится внутри. У контейнера герметичная крышка, что позволяет хранить и транспортировать продукты питания качественно. У крышки есть хвостик. Удобно открывать и закрывать крышку. Благодаря ножкам охлаждение и заморозка продуктов питания происходит качественно. Температурный режим контейнера до минус 25 градусов. Пиктограмма «Снежинка» говорит нам о том, что мы можем здесь качественно замораживать продукты питания в морозильной камере. Контейнеры удобно встают друг на друга и экономят место в шкафу, в холодильнике и в морозильной камере. Используйте контейнеры системы «Холодильник» для хранения, транспортировки, охлаждения и заморозки продуктов питания. В контейнерах можно замораживать мясо, рыбу, овощи, фрукты, ягоды, бульон и многое другое. Контейнеры удобно помещаются друг в друга и занимают мало места в вашем шкафу при хранении. Контейнеры системы «Холодильник» идеальны для хранения продуктов питания в морозильной камере и в холодильнике.